это Creepy Nights at Freddy's, третья и, возможно, четвертая ночь. Погнали! Так, записываем этот видеоматериал. Сразу после записывания предыдущего видео. Как говорил один Кейв Джонс, запишу-ка побольше заранее записанных сообщений. Так, тут у меня... Я хотел сказать, тут у меня небольшая штучка есть, я хотел ее убрать, чтобы она мне не мешала. Походу не выйдет. Тут у меня просто вот тут, там где мышка. Штука есть, которая показывает мне, сколько времени я записываю. И все в этом духе. Ну ты понял. Так. Ну, кто забыл, кто не знал, кто не помнит. Нас наняли охранником в пиццерии. Нам наняли за этими железными роботами, чтобы их никто не украл. У нас есть камеры, офис и бухлишка. Давай, навернем. Все, мы готовы к работе. Так. По программе мне надо проверить этих железных додиков. Ну, с ними вроде все нормально. Можно пойти еще бухнуть. Я хотел сказать, у меня есть ноги, а потом вдруг завонял. Теперь я... Не, я не хочу. Теперь представь, у нас не колеса... Ладно, про колеса ты не знаешь, но теперь у нас есть ноги. Теперь мы знаем, мы играем за фиолетового парня, ну, того, кому кишочки. Так. Подожди, я не проверял одну очень важную вещь. Если я просто подойду к аниматронику, он меня убьет? Ну, скорее всего, он меня... Ладно, давай проверим другую вещь. Что будет, если аниматроник зайдет, а меня нет? Просто интересно, что будет происходить. Смотри. Мимо. Ну ладно, мы выяснили, что подходить вплотную нельзя. Так, а что будет, если аниматроник заходит, а трупа там нет? Кстати, у меня пальчиков там не хватает. Вот оно, несовершенность человеческого тела. Пальцев нет, заменись, не выйдет. В темноте? Тут стрёмно. Ну ладно, давай прошлую попытку сочтем за то, что... Я просто бухнул. Насколько мне позволяет. Ну ты сам видишь. И от того, что я не мыслил здраво, меня убили. Видите, у меня реалистичная анимация штанов. Так вот почему эта игра немножечко подлагивает. У меня, если что, низкий. Опа, RTX, смотри. Трассировка лучей. На самых низких настройках. Плакатики. Так что, поизучаем пиццерию, пока... Аниматроники спят. А, кстати, тут же... Подожди, а тут может быть пасхалка с золотым Фредди? Интересно стало. Так, Бонни активируется, да? А где Маргарита? А, она спит. Если что, Маргарита, потому что Чика Маргарита... О!
трассе. Вон там чика активируется, он пойдет за мной? Интересно. Нет. Ладно, потом проверим, что там с Бонни. Я хочу проверить кухню. Я уверен, меня Фредди убьет за то, что я проник в неразрешенную зону, скажем так. Но просто интересно, как она выглядит. Если что, если ты заходишь в места, где аниматроники обычно не приходят, то есть ты читеришь. То Фредди тебя по жопе даст. Ладно, нам надо перестать обезьянничать. Давай так, пройдем это все, а всяческие эксперименты потом в отдельных видео попробуем. Сейчас нам главное просто пройти. И сделать это максимально не скучно. Ну, вот с такими вот штанишками точно скучно не будет. Ладно, мне, наверное... Кстати, мне нравится, как вот поворачивается и все размывается. Это очень плохо помогает ориентироваться. Ну да. Главное, что это есть. Ладно, я хотел на себя посмотреть, честно говоря, через камеру. Тут вроде есть способ. Посмотреть на себя через камеры. Но я так понял, это уже не обязательно. Кто-то хотел активироваться. А мне надо сделать так, чтобы мышка вон там угол не заходила. Это я говорю, там у меня таймер висит. А, мы можем прочитать правила. Ведь, да? Тогда тут полностью есть рашишка, озвучка и... Ну, тут ты слышал. Мне еще один ботанический писал, что... Не, просто... понимаете, растения говорят уже скучно, так что... выдумываем. В общем, один ботанический говорил, что есть... русская озвучка. Первого ФНАФа. Да. И вот как раз голос его мы тут слышали. Русской озвучки. Ну тут еще текст переведем так. Не беги, не вопи, не кричи. Извините. Не бегать, не вопить, не кричать, не какать на пол. Если что, вроде бы это в оригинале также было. Не какать на пол. Держаться рядом с мамой, не трогать Фредди. Уходить до наступления темноты. Вроде бы в оригинале тоже так было. Так, где аниматроник? Я на всякий случай закрою. Авторы нам, благо, дали достаточно энергии, чтобы мы могли просто спокойно себе кайфовать. Лучше оба двери открыть, держать, чтобы у нас было два пути отступления. Подло! В общем, да, чтобы у нас было две пути отступления. Ну, я думал, он меня съест. Вот смотри, какое вкусное. Да, я все время буду акцентировать внимание на том, что я... Это... Майкл Афтон. Ходячий труп. Я бы сейчас мог вот с той стороны пойти посмотреть на Бонни. Но я уверен, там Чика Маргарита. Проверяем. А где она? А где она? Я в прошлый раз заходил, она меня съела. Я не хочу повторять ошибок. Ну, мы же правда зайти.
Долгое время никому нет. Ну или можем просто понаслаждаться трассировкой лучей, или как это называем. Вот ну, то, что на... О, говорила там, она там. Слушай, а то, что вот это на паркете отражается свет, это трассировка лучей или я что-то путаю? А заяц наш? Чё, блин, не вышел? Как думаешь, пробежаться туда или не стоит? Ладно, думаю, не стоит. Он все еще там стоит. Курица уходит. Я могу через ту сторону пойти. Кстати, а мне нужно проверять Фредди, или он тут? Чисто для того, чтобы... Так... Подожди, я хотел проверить. Бежим. Так. Что? Алло? Где он? Где заяц? Я слышу Фредди. Все, в офис мне уже нельзя. Ух, твою ж. Дивизию. Фредди. Успокойся. Успокойся, твою ж. Дивизию. Ладно, все, Бонни там застрял. Давай, заяц, за мной. Ладно. А, лох! Лохи! Выкусите! А надо было дальше стоять. Дегенерат. Так, ну тут камера работает через одно место. Ничего не видно. Подожди, а я смогу вокруг? Через окно. А, только на камеру, черт. Да, ну, я вижу мишку Фредзи. И Фоксяна. Давай посмотрим, как Фокси будет бежать. Я не хочу проверять, будет ли он бежать за мной или нет, но... Ну, если что, за мной или нет, мы можем потом проверить, кстати. Но лучше эту дверь не открывать. Вот теперь точно уже не открывать. Нельзя открывать. Там заяц. Что с этой дверью? Никого. Так. Я слышу какой-то звук. Возможно, это вот этот спарк. А. Прогуляемся. Может, не надо, ладно? Я возвращаюсь в новым стадион. Понимаешь, как бы хочется сделать видео немного поинтереснее, но я не хочу, чтобы от криков из меня все болты вылетели. Понимаешь? Понимаешь, да? Ты понимаешь меня. Я уверен, ты понимаешь. Из этого можно было бы сделать отличное видео, где я бы убегал от додиков. Но проблема в том, что меня додики бы поймали. Я могу сейчас выйти и прогуляться. Но я не знаю, где медведь. Опа, лис активируется. А, нет, я его приглушил. Заяц там. Оттуда выходить опасно.
где? Курица! И самое главное, где медведь? Так, ну тут их точно не было. Они точно не бывают. Ладно, где курица, мы уже выяснили. Что с медведем? Где оно? А, в принципе, уже не важно, мы прошли ночь. Мне кажется, ли они становятся длиннее? Просто видео уже 15 минут, а мы только одну ночь прошли. Или это из-за того, что я дебил и умер несколько раз? Так, на этот раз серьезно. Во-первых, давай одну вещь посмотрим в опции. Я даже это вырезать не буду. Я просто посмотрю. Нет, ну ладно. О, подожди, игра. О, я хочу. Все. Теперь у нас отображается количество кадров в секунду. Я не знаю, что такое МС, но... Предположим, это что-то важное. У нас сейчас катастрофически мало кадров в секунду. Кстати, я теряю энергию, когда я спущу? Нет, фонарь ни на что не влияет. У нас катастрофически мало кадров в секунду, особенно когда я бегу. Нет, ладно, это позорище. Нет. Лучше, чтобы вы не видели это позорище. Слушай, а если я просто буду на лиса вот так смотреть? Это будет считаться? За то, что я на него смотрю, или нет? Где я хочу проверить быстренько одну вещь. Через стену. Можно закрыть дверь? Багом. Кто у нас еще активировался? Четвертая ночь, вы должны быть немного порезче. А, вот. Вот Бонни подает образцовый пример. Ну он какого-то хрена идет за... А, нет, он не идет за мной. Ты включаешь цирк, падла! А как же кухня? А кухня? А где заяц? Заяц у нас... Где? Нет. Где он? А вон он, смотри. Идет. Твою... Твою ж налево! Ладно, хотя бы мы знаем, что... Фокси не бежит со скоростью... Пули в жопе. Курицы нет. Кстати, я хочу одну вещь узнать. Золотой Фредик нам придет, если я буду... Ну там рано или поздно плакат же должен смениться, да? Или пока лист там это не играет особой роли. Я имею в виду заяц. Даже там плакат изменился, мне показалось. Так нечестно. Да я понял, это ты. Так. Курица из here, курица. Слушай, я очень хочу. Я очень хочу выйти. Ты представляешь, как я хочу выйти. Из этой каморки. Но я, блин, не могу. Thank you.
Я очень хочу выйти, но они мне не дают, они мне не разрешают. На, сейчас лис там и заяц, я не могу выйти. Мне надо следить за Фредди, чтобы он не выеживался. А где он, кстати? Где он? Я не хочу идти в туалет проверять, там ли он или нет. А также я не хочу проверять это, когда он будет делать... А, здесь. Кстати, тут не показывается, как он обратно идет. Теперь мы знаем, он телепортируется. Что с курицей? Оно все еще там? Ладно, рискнем. Я не хочу тут находиться. О! Это видел? Ладно, ладно, больше не буду выходить. Ладно, нет, видео уже слишком затянулось, давай все остальное попозже. Ну, да, с вами был я, DavidPro7, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, писать комментарии, можете что угодно написать, можете ничего не писать, неважно. Нет, это важно, но если не хотите писать, не пишите. Ну да, с вами был я, DavidPro7, всем удачи, всем пока.